Ребята, всем здравствуйте. Прибыл я сегодня на речку посидеть спокойно на фидорок, поглазеть на поклевочки. В общем, место просто шикарное. Птички поют. Природа зеленая, зеленая. Водичка уже тепленькая. Цветочки везде, запахи травы. Вообще красота. В общем, надеюсь, что сегодня рыбка будет очень хорошо клевать. Ну и я вам все это дело покажу. А сейчас пока спокойненько буду раскладывать снасть. Настраивать все и закидывать. Ну что, давайте забрасывать на границу течения и стоящей воды. Вот так. Вот уже клюет, смотри, качок. Только закинул, сразу клюнул. Нормальная рыба. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Смотри, какая. Вот это плотва. Вот это сорожняк. Вот это кайф. Ничего себе. Ну и два опарыша насадим. На два опарыша ловлю. Раз. И два. О, хорошая рыбка. Хорошая рыбка. Ты смотри, что делать. Ой-ой-ой. Ты смотри, вот ёлки-палки. Вот это плотва просто конская вообще. Смотри, что, 200 грамм. Ё-моё. Вот это да. Давно такую не ловил. Фу, какая жесть. Кто-то есть. О, плотва какая. Хорошая.
О! Поклевочка. Что-то доброе село. Прям. Ух ты. О, подлещик, ребят. Подлещик попал. Вот. Нормальный рыб. Что-то крупное. Блин, что-то крупное попало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лещ. Лещик. Опа. Подлещик. Сижу потихонечку рыбачу, можно сказать, что рыбалка у меня уже практически состоялась. Уже поймал и плотву хорошую, и двух подлещиков поймал. Солнышко припекает, вообще прям красота. Ну что-то клев стих, так даже толком и не начавшись. Сейчас есть только редкие тычки. Вот. Ну, я уже подустал, надо чайку немного хлебнуть. Тормосочек Арктика у меня. Еще с зимой нормальный термос, хороший. Сейчас съем коржик. И будет у меня все хорошо.
какие поклевки. О. Есть. Что-то нормальное. Бешено как бьется. Это, наверное, плотва хорошая. Видишь, ничего себе. Ух, солидная. Солидная. Рожечка прилипла, видимо, нормальная такая. Вот во. Жирная какая. Вообще, как карась. Я вообще, ребят, хотел сюда вообще с ночи приехать. Вот, даже фонарик припас. Наконец-то сбылась мечта идиота. Приобрел я себе фонарик аккумуляторный. Вот такой вот. На больших аккумуляторах. Его, кстати, можно заряжать даже в походных условиях от пауэрбанка. Вот, значит, две батарейки тут такие аккумуляторные. Вот такие здоровенные, большие. В общем, надолго очень такого фонаря хватает. Вот. Надевается он на голову. Такой достаточно интересный фонарь. Фонарь линза диодный. Так вот он выдвигается. Получается пучок такой узкий, а так очень широкий. В общем, вот такой вот фонарик. Заказывал я его, кстати, не на Алиэкспресс, потому что на Алиэкспресс сейчас вообще какая-то сумасшедшая доставка и по цене, и по длительности вообще долго. Вот. Заказывал в России, обошелся он мне 700 рублей. Ну, чуть меньше, чем 700. Вот. Такая вот штуковина, классная. Рыбачу я, в общем, на обычных опариков, насаживаю по две штучки. Вот. Прикормка у меня простая, магазинская. В общем, не стал я сегодня кашу варить. Заехал, купил фидерную смесь, смешал ее с сухарями. Вот такая прикормочка у меня получилась. Ну, хорошая прикормка. Ничего, рыба подходит, и ладно. Сорога какая клюет, хорошая вообще, прям зачет, классная плотва, крупная. В общем, ребят, погода поменялась, стало как-то пасмурно, ветрено, и рыбка перестала клевать. Ну и плюсом ко всему, у меня сейчас закончились белые опарыши, остались только красные и мотыль. Вот, а на них вообще что-то как-то совсем не клюет. Но тем не менее, я сегодня провел просто шикарное утро, поймал хорошую рыбу на фидерок, поснимал для вас поклевочки крупным планом. Ну а сейчас я, пожалуй, буду собираться домой. Всем удачи, всем пока, увидимся с вами в следующих видео. А это мой сегодняшний улов. По-моему, великолепно.